Да, ни за что не догадаетесь, что такое. Да, с виду может показаться, что это игрушка молот Тора, но не тут-то было. Это самый настоящий набор инструментов для самого настоящего мужика. Весь комплект весит 2,5 килограмма, так что в отличие от оружия из комикса, его поднимет любой. Такого набора точно хватит для домашних нужд: подтянуть полку, собрать новую мебель, повесить крючок. При этом уровень эпичности будет зашкаливать. Это реально ящик с инструментами, который выглядит как молот Тора из фильма Marvel. Хотя набор состоит из 44 деталей, основных инструментов здесь 8. Но не вздумайте его бросать как Тор, а то органайзер не слишком уж надежный. Потом замучаетесь раскладывать инструменты по своим местам. Радиоуправляемые модели для дрифта в масштабе 1 к 10, оборудованы мощным электродвигателем. Также, как и оригинальные спорткары, имеют полный привод колес со специальной резиной со вставками. Машины специально разработаны для дрифта и хорошо подходят как для начинающих, так и для опытных гонщиков. Отличная аэродинамика кузова в сочетании с уникальными возможностями шасси заставляет почувствовать себя героем фильма «Токийский дрифт». Чтобы автомобиль во время простоя не покрывался пылью и грязью, а также не попадал под атаки птичьим пометам, был создан уникальный по своей конструкции электротент, который является не только удобным решением для сохранности чистоты машины, но и очень удобен в эксплуатации. Комплект тента состоит из плотного полотна из полиэстера и цилиндра, в котором встроен механизм наматывания. При огромном размере, почти 5 метров в длину и чуть меньше 2 метров в ширину, в сложенном состоянии тент легко помещается в багажник, где его удобно хранить. Одевается на машину вручную, а вот сборка обратно в цилиндр осуществляется автоматически при помощи пульта. Многофункциональные гантели со ступенчатой регулировкой веса позволяют сэкономить место в спортзале буквально в 10 раз за счет того, что заменяют сразу большой диапазон весов. Отлично подойдут для домашнего использования, и рост можно будет наблюдать гораздо лучше. Чем больше взял, тем сильнее. Нагрузка удобно регулируется по шкале, простым поворотом диска, и имеет 15 уровней регулировки. Недавно я что-то захотел пересмотреть «Титаник», и Google, видимо, следит за мной. Поэтому он выдал мне вот такой кораблик с AliExpress. Точная копия того «Титаника», который встретил айсберг и затонул больше 100 лет назад. Да еще и на радиоуправлении. Это реалистичная копия настоящего «Титаника» в масштабе 1 к 325 от размеров оригинала. Имеет отличную дальность действия сигнала от пульта радиоуправления, целых 100 метров. Качество сборки хорошее. Также внутри поведен свет, что добавляет реалистичности этому кораблю. И если руки растут из плеч, то можно установить дым-машину, чтобы трубы начинали парить. Ах да, не смотрите, сколько стоит ни в коем случае. Ценник вообще пипец. Перевести велосипед на дачу – та еще задачка. Если на машине нет некрасивого багажника на крыше, то нужно разбирать велосипед и забивать им весь багажник. Но теперь появился способ сделать перевозку гораздо проще и удобнее. С помощью присосного крепления для перевозки велосипедов возить двухколесного друга станет куда удобнее и проще, просто прилепив это крепление к крыше машины. Фиксируется оно за счет вакуумных присосок, поэтому следов на машине не останется. Тестировали крепление на спортивных машинах, поэтому все более чем надежно. С такими часами ход времени будет ощущаться буквально, а их необычный дизайн удивит даже самых застрелых скептиков. Все часы работают одинаково: стрелки, дополнительные циферблаты, скука одним словом. А эти часики работают за счет собственной магнитной технологии, что позволяет им показывать время с космической точностью. Как же это работает? Внутри часов спрятано 2 шарика подшипника, которые используют магниты для перемещения по своей оси в правильном порядке. Внешнее кольцо – это часовая стрелка, для минутной. А это квадрокоптер с полной защитой с дерзким названием «Сверхновая». Защита дрона осуществляется за счет того, что он спрятан в сетчатую колбу, сделанную из очень прочного материала, которая при падении берет весь удар на себя и спасает летательный модуль. Основная его фишка в том, что за счет формы своей защитной колбы дрон может кататься по разным поверхностям, стенам и по потолку, что отличает его от обычных собратьев. Пульт работает на расстоянии до 100 метров, поэтому квадрокоптер можно использовать не только дома, но и на улице. Но лучше не в ветреную погоду, конечно. Уж очень он маленький.
Любители покататься на велосипеде знают, что цепь может слететь в любой момент. И часто это происходит от того, что она грязная или плохо смазана. С таким устройством цепь всегда будет оставаться в тонусе и прослужит гораздо дольше. И защитит от разрывов и растяжек. Работает просто. Залили моющее средство, вставили цепь и прокрутили несколько раз. Готово. Можно почистить несколько раз, а после того, как просохнет, залить смазку и повторить процедуру. Очередной необычный товар от компании Xiaomi. Электронная поилка для животных. Каждый владелец домашнего друга знает, что воду надо часто менять, потому что буквально через несколько дней она тухнет и закисает. И естественно, мы не всегда про это вспоминаем. Xiaomi решила эту проблему, установив в электронную поилку многоуровневый фильтр для воды, а также снабдив его постоянным кислородным насыщением, что в общем позволит воде оставаться свежей гораздо дольше. А остается только надеяться, что кот не будет от нее шарахаться, а то мы знаем, насколько наши усатики пугливые. Отличным началом для своего маленького бизнеса может стать покупка вот такого мини-принтера для чашек. Он занимает мало места и поддерживает весь нужный функционал для создания качественных товаров. Принтер цветной, поэтому он может напечатать все, что придумает заказчик, без каких-либо ограничений. Помимо своего бизнеса, с таким принтером пропадет нужда в выборе подарка для друзей, ведь теперь можно просто сделать ему крутую кружку. Футболка, которую не нужно стирать. Незыблемая мечта для всех неаккуратных людей. Стирать вещи нужно регулярно, но вот этой футболке такие проблемы не страшны. Она отталкивает любую влагу, поэтому ей не страшен ни дождь, ни пролитая кока-кола. Специальная ткань мгновенно отталкивает любую жидкость, и от нее не остается ни следа. Прямо-таки бронежилет от неаккуратности. Лучше все-таки стирать, но делать это нужно не так часто. А что если в такой футболке нырнуть в воду? Впрочем, ничего удивительного. Ладно, поехали дальше. Что всегда есть в машине? Конечно же, жидкость для стеклоочистителя. Эта огромная бутылка все время занимает место. Но что если я скажу вам, что тратить это место в машине зря больше не нужно? Сердобольные китайцы, пытаясь сэкономить как можно больше пространства, придумали специальные таблетки, которые можно либо развести в 4 литрах воды, либо просто возить с собой, закидывая прямо в бачок, заливая водой. Гораздо проще, а самое главное, дешевле. Если ребенок очень хочет стать барабанщиком, а гаража или частного дома нет, то ему отлично подойдет вот этот электронный вариант. Полноценную установку, конечно, не заменит, но чтобы понять принцип работы барабана, ее точно хватит. Достаточно просто положить устройство на стол, и оно уже готово к работе. Есть возможность подключения наушников, поэтому барабанщик никому не будет мешать. Также к ней можно присоединить педали, и тогда возможностей для музицирования станет еще больше. Чеснок является одной из лучших в мире приправ и используется в кулинарии по всему миру. Однако, чтобы хорошо нарезать чеснок и не утратить весь сок, нужно хорошенько постараться. Поэтому на кухне всегда пригодится еще один полезный кухонный прибор, который очень быстро измельчает чеснок и весь сок остается внутри. Поворотная конструкция чесночницы обеспечивает 100% измельчение, а набор острейших лезвий не даст чесночному соку выйти из луковицы раньше времени. А еще говорят, что все долгожители каждый день едят чеснок. Самая главная проблема спортсменов и людей, которые занимаются воркаутом – куда деть телефон и кошелек во время бега. С помощью такой бутылки больше о таких назойливых мелочах думать не придется. Это даже не бутылка, а полноценный гаджет, в котором есть вход для наушников, чтобы можно было слушать музыку с телефона внутри. Очень удобно как для тех, кто занимается уличным фитнесом, так и для бегунов, которые попить с собой и так всегда берут. Когда смотришь на хорошую грузинскую долму, всегда думаешь, что она сделана по старинным грузинским рецептам. Но на самом деле секрет грузинских хозяек прост. Они используют специальный прибор для заворачивания долмы. Такое приспособление одним движением превращает лист капусты или винограда в готовый полуфабрикат, который плотно и качественно завернут. Начинкой может быть все, что угодно. От овощей до фарша. Отлично экономит время. И еще один простой и недорогой способ улучшить вид своего велосипеда или мотоцикла. В насадку на колесный клапан вставлено световое устройство, которое включается от вращения. И во время движения колесо начинает подсвечиваться нужным светом. Мало того, что это красиво, так еще и безопасно, ведь в сумерках велосипедиста будет видно издалека. Более того, благодаря универсальному размеру подходит еще и для машин и мотоциклов. Для экономии энергии светит клапан только во время движения. Работает от батареек таблеток.
Этот венчик для перемешивания облегчит работу по приготовлению пищи даже самым ленивым хозяйкам, а также сократит время на готовку. Его работа полностью автоматизирована. Нужно только задать режим. Венчик имеет 3 скорости, и им можно как просто перемешивать блюдо в кастрюле, так и быстро замесить все, что нужно. Работает от батареек. Очередная модификация квадрокоптера. Теперь он стал модульным. Дрон можно собрать как квадрокоптер, так и как лодку на воздушной подушке. И пускать ее либо по воде, либо по твердой поверхности. С помощью такого квадрокоптера можно кататься по всем видам полов, а его модули не боятся падений или столкновений. Поэтому, если дрон упадет с высоты, то просто распадется на части, и собрав его заново, можно продолжить полет. Программу вшит открытый код, и с помощью него можно самостоятельно обучить беспилотник новым трюкам. Интерфейс программы прост и понятен, разберется даже ребенок.